Более 16 тысяч домовладений газифицируют по всей Московской области. Из них 160 в Химках. О реализации президентского проекта социальной газификации отчитался глава Мособлгаза Игорь Баранов. Что касается городского округа Химки, казалось бы, всего 2 населенных пункта у нас вошло в президентский проект. Но один из них, который нам еще предстоит в этом году выполнить, это непосредственно сам город Химки. Город непростой с точки зрения догазификации, как и другие крупные города, потому что именно в городах плотность коммуникаций, плотность застройки, она максимальная. И на этапе проектирования мы должны учесть все эти нюансы. Мы планируем приступить к газификации города непосредственно Химки в июле текущего года. Завершить планируют в конце декабря. В брифинге, главной темой которого стал масштабный проект газификации, принял участие и глава городского округа. Дмитрий Волошин поблагодарил компанию «Мособлгаз» за плодотворное сотрудничество и отметил, что в тепле и комфорте нуждаются не только люди, но и наши четвероногие друзья. Вы знаете, что на территории Химок есть приют для бездомных животных. У нас есть обращение оттуда газифицировать его. Я знаю, что всячески вы способствуете и помогаете этой теме. Я надеюсь, что социальная газификация животных тоже коснется. Это важно. Собаки, я думаю, что они все понимают это. В ходе брифинга глава пообщался с населением. Вопросы горожан коснулись не только обеспечения газом, но и благоустройства города в целом. Многие из озвученных тем Дмитрий Волошин взял на личный контроль. Здорово, то, что...